Количество вызовов скорой помощи в округе за последние 10 дней увеличилось на 16%, сообщила заведующая Одинцовской подстанции скорой медицинской помощи Ирина Бережная. Она отметила, что увеличение нагрузки произошло на фоне четвертой волны заболевания. При этом иногда выезд бригады производится на изначально нековидный случай по поводу повышенного давления или боли в животе. Но оказывается, что пациент с коронавирусом. То есть статистика значительно выше, рассказала Ирина Бережная. И призвала жителей с пониманием отнестись к работе медиков в условиях пандемии. Вызовы медицинских бригад должны быть обоснованными.